Аврора, это любовь? Это мой друг, я уже об этом говорил. Больше, чем друг. Нас связывает больше, чем просто дружеские отношения. Это понятно и очевидно, да? То есть, ну, тут мы не будем ходить вокруг да около. Пока я жду. Человек тоже учится, я жду, когда она закончит учиться. А там посмотрим. То есть, я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за. А вот что будет происходить дальше, уж больно велика разница в возрасте. Она огромна. Я могу дать человеку какое-то определенное количество своего времени. Но у нее, в общем-то, в целом, как показывает практика и жизнь, так оно и есть у нее. Она еще не начинала жить, в общем-то, и в целом. Только начало пути. И ей вдвойне сложнее согласиться с тем, что я себе в голове там понапридумывал, понимаете? Это понятно, но это блестящий человек, великолепно образованный, не по годам умен этот человек, я имею в виду Аврору. Я уже могу анализировать. Имею на это право и говорю очевидные вещи. Ну, если судьбе будет угодно, отношения продолжатся. Если нет... Музыка может сказать больше слов. Кого Григорий Лепс вывел в свет? Новую возлюбленную или протеже? Вот только утром прилетели, проснулись, привели себя в порядок, приехали к вам. Григорий Лепс впервые после развода появляется на публике с девушкой. Это происходит в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. А сами какой бы хотели бизнес открыть? Частное кладбище. Вечный бизнес. Пока вот только думал. За Лепсом неотступно следует миловидная барышня, хрупкая, как статуэтка. Одета она в одной цветовой гамме с артистом. Красоту девушки подчеркивает эксклюзивная итальянская ювелирка. Ожерелье, браслеты, сережки по самым скромным подсчетам стоят 17 миллионов рублей. Вы сегодня нашли свою любовь? Я форум нашел, это главнее. Давно ее нашли. Пока Григорий Лепс решает дела, его спутница откровенно скучает. Вот такие дорогие, все, пойдешь, ну что-нибудь. Ну что, когда... Коллеги не знают, что и думать. Ведь эта девушка Лепсу в дочке годится, на вид ей не больше 18. Или артист, как и обещал, нашел себе компаньонку для интеллектуальных бесед. Вы нашли себе уже девушку? Девушку? Да у меня их тьма. Разговариваю в основном. Ну, кстати, довольно интересно, знаете, секс уже как бы приелся. Да, не все, огромное количество довольно интеллектуальных дам, образованных, знающих 3-4 иностранных языка. На закрытом приеме русской медиагруппы начинается самое интересное. На протяжении всего выступления 61-летний Лепс не сводит глаз с молоденькой спутницы и поет только для нее. Девушка тоже старается, она знает наизусть все хиты народного артиста. Интересно, что важно для мужчины? Раньше это, естественно, любовь, страсть. Любовь необходима. После развода с Анной, матерью троих его детей, певец спустился во все тяжкие и не скрывал, что пользуется услугами женщин легкого поведения. Платит мужчина в любом случае. А там расценки какие? Дешево, дорого? Вы имеете в виду про... Мы их сейчас называем как бы не про... И ни путаны, ни экскортницы. Мы их называем ищущие. И много таких ищущих? Ну, их масса. А вы сразу такую девушку раскусить сможете? Женщину вообще очень сложно раскусить. Это еще никому не удавалось. На свои мальчишники Лепс в шутку приглашал даже Юлию Савичеву. Но Юля придерживается здорового питания. Здоровое питание? Это катастрофа. Да? Надо что-то с этим делать. А что, например? Начнем пить водку. Это надо подумать об этом. Хорошо, а если пить водку, с какого часа рекомендовано начать? Круглосуточно. Возьмем целую кучу, блядь, на этим на море. Ну, это точно не для меня. Но у Лепса нет-нет да проскальзывало, что он ищет большой и чистой любви, ради которой готов сутками напролет стоять у плиты. От борща до плова я все могу приготовить. О, вы готовите? А надо как-нибудь... Жены не умели первые, пришлось мне... Учиться. Так может, эта юная барышня и есть новая любовь Григория Лепса, ради которой он не вылезает из спортзала?
Мастер-класс от народного артиста. Я так не могу. Товарищи, занимайтесь своим здоровьем. Иначе вам... Возможно, именно к ее ногам Лепс бросит все свои миллионы и 4 гектара земли на Волге, где собирается построить трехэтажный шалаш. Обычный дачный домик небольшой, господи, ну сколько там? 10 спален, какая-то гостиная. Зачем нам столько спален? Друзей много, детей много, все будут... Юля заедет в гости, как? Надо же ее вот куда-то поселить же. На улице живут. Помочь хорошо. Птички. Ольвер. Тигры бегают мазандаранские. Наша программа выяснила. Эта девушка – дочь состоятельного бизнесмена, 18-летняя Аврора Киба. За ее плечами балетная школа, отсюда идеальная осанка и посадка головы. Спутница Лепса часто бывает за границей. Париж, Милан, Дубай – дорогие турецкие курорты – ее география. На безымянном пальце правой руки у Авроры сверкает помолвочное кольцо с бриллиантом в 2 карата за 4,5 миллиона рублей. То есть нам готовиться к свадьбе, что ли? Готовьтесь пока к форуму, там видно будет. Кольцо Аврора получила в аккурат перед тем, как приехать с Лепсом на его выступление. В своих соцсетях она продемонстрировала и роскошные букеты, которые жених вручил ей, маме и бабушке. Так неужели это Григорий Лепс обручился с девушкой, только-только выпорхнувшей со школьной скамьи? Или певец взял шефство над начинающей певицей Авророй, у которой в репертуаре уже есть одна песня? Народный артист интригует. А мы уже думали, что вас женить. Да не, ну как, я старый. Да. Ты какой старый? Стар да удал. Возможно, через сколько-то там десятилетий, да, мужчина может найти себе женщину помоложе. У вас не было такого страха? Ну, во-первых, у меня страха вообще никогда не было. Страх бывает у тех людей, которые не самодостаточны. А я очень... Пипец. Я думаю, черных с усами. Я все шучу. Ну, в общем, да, брюнеты мне больше нравятся. Брюнеты больше, мне тоже брюнеты больше. Да-да-да. Нет, стандарты, они меняются, в общем. Когда был молодой, нравились даже пожилые какие-то девушки там, допустим. Ну, пожилые, это сколько, 40? Видимо, ну, не 40. Когда молодой, это уже 40, 40 кажется, что... Нет? Ну, где-то в 14, 15, 16 смогли нравиться там 20-летние. Да, вот. А с возрастом все... Моложе и моложе, все как-то. Сейчас вообще, так сказать, есть такой социальный перекос в этом смысле, потому что сейчас очень много браков таких, не, ну, будем говорить, неестественного такого звучания. А что для тебя да, неестественно? Это пожилой, же правило Бориса, пожилой, ну так, пугачи Пугачева. Нет, святой не трогайте. Как что для тебя неестественное звучание? Святой не трогай. Послушай, дай вмешаться, что для тебя неестественное звучание? Скажем, это девушка с улицы и какой-то известный человек, да, и разница у них 35-40 лет, это, я считаю, это находка, неестественно очень. Это для не, тебя? Но это, как ни странно, почти стиль уже нашей, нашей жизни. То, чего... Возможно, через сколько-то там десятилетий, да, мужчина может найти себе женщину помоложе. У вас не было такого страха? Ну, во-первых, у меня страха вообще никогда не было. Страх бывает у тех людей, которые не самодостаточны. А я очень... Пипец.